Так, это мы на гнезде, да, появились? Да, да. Я просто сколько здесь не бегал, у меня спаун либо на хижине, либо на пешке, на где проход шале, либо у дальнего выхода на стройке. Сзади, Мия минус. Я слышал, только РПК стрелял, и все. Бэкслайд какой-то. Ну, пиздобол, походу. Гаисник, мертвый пулеметчик. Каков шанс, что я его спалю? Нулевой. Меня убили. Так. Здесь у нас в кухне. Справа либо с улицы пройду. Еще один из главного выходит. Слева, в смысле. Смотрю кухню. За этим стоит, за кразом. Минус один. Каленый. Хорош. Ага. Ты убил его? А, убил. Да-да-да. Еще смотрим. Ящик следую, лутаю. Минус. Хорош, бля, я просто зашел, он вообще не. Вы прошли, так выбрал, то. Нихуя он никакого не подал звук. И я посмотрел туда. Ой, я завязываюсь. Давай, давай, Шеся. Шеся, что надо делать? Будем за Куликова. Скапс, here. Зашибись. Зашибись. Смотрим под ноги смотрим. О, нормас. Ой, выглядит прекрасно. Привет, Антака. Ну вот, я, в принципе, наигрался.
день. Спасибо, что заглянул на мой канал и досмотрел это видео до конца. Ставь лайк, подписывайся на канал и оставляй свои комментарии под этим видео. Также переходи по ссылке в закрепленном комментарии в мою группу ВКонтакте, где ты увидишь анонсы стримов и новости по игре Escape from Tarkov. Ссылку на мой канал на Твиче ты найдешь там же. Трансляции проходят почти каждый день, 5 дней в неделю. Всего самого хорошего. С вами был Спаржик и пока-пока.